Добрый день, мои любимые зрители! Рада приветствовать вас на своем канале. И с сегодняшнего дня на моем канале стартует конкурс. А будет 10 победителей. В конце видео я расскажу, какие призы будут. Конкурс действует до 30 октября. Результаты будут 31-го. Все подробнее будет также под видео. Конкурс совместно с интернет-магазином emma.ru. Перед тем, как объявить конкурс, я хочу показать то, что я заказала в этом интернет-магазине. Что ж, давайте приступим. Первое, что я заказала для себя, это такая палеточка блесков помад. Они довольно-таки стойкие, небольшие, но, вы знаете, попробовать можно. Очень интересные. Сейчас поближе покажу. Вот такая вот палеточка. Это я заказывала не для себя. У меня есть подруга, которая занимается мейкапом. Здесь в этом наборе есть тени, румяна, еще что-то. Вот такая вот кисточка. Это кисточка синтетическая для того, чтобы наносить ровно и красиво тональную основу. Помада. Очень интересного цвета. Давно хотела что-то подобное, выискивала, нашла. Кстати, насчет помады, я ей уже пользуюсь. Довольно-таки стойкая. Часа на 4, на 5 хватает ее. Она не стирается, не размазывается. Немного, конечно, сушит губы. Такой вот спонжик. И также я заказала себе диски. Они чисто из хлопка. Тоже мне очень понравились в использовании. И последний вот такой вот BB-крем. Ну а теперь давайте приступим к конкурсу. Как я уже сказала, конкурс продлится с сегодняшнего дня, как вышло видео, до 30-го. Итоги будут 31-го числа. Так, сделала себе выписку насчет призов и зачитаю. Первое место человек получает смарт-часы. Второе место – портативная колонка. Третье – наушники. Четвертое место – духи. Пятое, шестое место – это палетка из 88 цветов. Седьмое, восьмое место – палка для селфи. И девятое, десятое место – супер бигуди для волос. И теперь к условиям. Первое условие – это вступить в группу этого магазина. Ссылочка будет под видео. Нажать «Мне нравится» и также рассказать друзьям. Сохраните эту запись до объявления результатов и подписаться на каналы, на мой канал и на канал магазина. Ссылочка будет под видео. Внимание, также хотела отметить, что победители будут выбираться при помощи специальной программы. Если победитель выиграл, но не соблюдал правила, то приз будет передан другому. Извините. Обязательно соблюдайте, конечно же, условия. Как я уже сказала, 31 числа в группе этого магазина будут объявлены результаты. И магазин вышлет вам подарки. Так что участвуйте, призы довольно-таки интересные. Я думаю, что они вам не помешают. Особенно, не знаю, мне очень понравилась палетка из 88 цветов часы. Ну что ж, всем успеха, до следующих видео. Всем пока-пока.